Кто здесь? Я иду искать. Публика скандирует, а он прямо так и заявляет. Электричество будет настолько дешевым, что только богатые будут сжечь свечи. Великий, великий человек. Эдисон ваш кумир? Ну что? Мой кумир, добрейшая Анна, это вы? И только? Еще стремлюсь к тебе душой. И в сумраке воспоминаний еще ловлю я образ твой. Твой милый образ незабвенный, он предо мной везде, всегда. Недостижимый, неизменный, как ночью на небе звезды. Браво. Я смешу? Ну что вы. Мне тоже нравится Тютчев. Просто мне прежде никто не читал стихов. Не верю. Ну это правда. Дядя не в счет? Дядя? Дядя. По сути, он мой единственный друг. Анна Викторовна, вы прелесть. И загадка. Мы работаем с вами целую неделю, а я вас точно ничего не знаю. Недостижимый, неизменный, как ночью на небе звезда. Мне печально, что и видеть во мне только заказчик. Ну, вы ведь действительно... Вот. Ничто не мешает нам стать добрыми друзьями. А давайте вернемся к работе. Хорошо. У нее сломана шея. И других повреждений нет. Упала и сломала шею? Предварительно обчистив сейф. Кстати, убийца был мужчиной, причем недюжей силы. Из чего это следует? А из того, что шея сломана одним движением. Следов взлома не обнаружено. Где постоялец? Говорят, часа два как ушли. Когда он здесь живет? Неделю-с. Что же это тут у вас, любезный, делается? Средь бела дня горничных убивают? Я не могу знать, как господин инженер ушли с горничной, пошла убирать. А тут убийца вскрывал сейф. Да замешкался с замком. Как зовут инженера? Эрнест Петрович Бюссе. Прибыл из Петербурга неделю назад. Отрекомендовался как инженер-технолог по электрическим машинам. Прикомандирован к штабу военного гарнизона. Когда это вы успели? Всего-навсего побеседовал с официантами. Без усов вы стали проворнее, Антон Андреевич, похвально. Теперь побеседуйте с прочей обслугой. Не мог ведь убийца в окно влететь. Он должен был пройти мимо швейцара, подняться по лестнице и пройти по коридору. Кто-то должен был его увидеть. Да, безусловно. Яков Платонович, я полагаю, что мне здесь больше делать нечего. Да, спасибо, доктор. Антон Андреевич. Прошу вас. Заходите. Как часто убирают номер? Ежедневно. Обычно господин инженер в это время уже на службе. Они обычно? Бывает, что не уезжают. Работают внизу, в буфете, вместе с мадемуазель-переводчицей. Всякие журнальные статьи переводят на новые изобретения.
Как зовут переводчицу? А, вот этого я не могу знать. Уносите. Пропустите, это мой номер. Я здесь живу. Следователь Штольман Яков Платонович, а вы, как я понимаю, господин Буссе? Да, это так. В вашем номере произошло убийство. Спасибо, мне сообщили. Анна Викторовна, позвольте узнать, а вы как здесь? Я тексты перевожу для Эрнеста Петровича. Я прекрасно понимаю, что это мало кому доставляет из нас удовольствие. Но не нужно смотреть на меня враждебнее волка. Враждебнее змеи. Обычно в это время мы с мадемуазель Мироновой работаем. Либо здесь в буфете, либо в городе, в кофейне. Я надеюсь, не нужно объяснять, почему Анна Викторовна не может находиться с одиноким мужчиной в одном номере. И что же мадемуазель Миронова переводит для вас? Мадемуазель Миронова переводит для меня... Это технические переводы. С английского. Благодарю. И с чем же связана эта ваша работа? Что вы делаете здесь, в Затонске? Это военная тайна. То есть? Буквально. Я приглашен командованием гарнизона для выполнения определенных работ, о которых не имею права распространяться. Из сейфа пропали секретные документы? Нет, слава богу. Документы я взял с собой, чтобы над ними поработать. Вы храните там только документы? Только. Деньги всегда со мной. Кто-то еще знает о вашей секретной миссии здесь? Начальник штаба. Бог мой, какая разница? Кому нужны эти чертежи? Хоть и секретные. Я ведь выполняю чисто техническую задачу по электричеству. Больше я вам сказать ничего не могу. У кого вы здесь в подчинении? Начальника гарнизона. Простите, я... Мне надо собраться и... Анна Викторовна. Все, что произошло, это чудовищно. И... Я могу побыть один? Разумеется. Благодарю. Я оставлю городового в коридоре для вашей безопасности. Бедная девушка. Да. Вы давно работаете с инженером? С первого дня, как он в городе. Прогулки с ним тоже входят в ваши обязанности? Разумеется, нет. Ничего странного не заметили, может, кто вас следил за ним? Да мне это даже в голову не приходило. А что он за человек? Довольно приятный. С кем общается? При мне ни с кем. Мы с ним работаем часа по два, по три. А мы с вами, кажется, не виделись недели две? Да. Кажется. И вот такой повод. Да все как обычно, должен кто-то умереть, чтобы мы встретились. Яков Платонович, не говорите, пожалуйста, так. Это грешно. Ну уж как есть. Собирался каждый день к вам зайти, но... Дела. Ну, всего доброго. Анна Викторовна. Да.
А инженер-то наш? Ого-го. За эту неделю его посещали 5 раз в вечернее время. И все, барышни. Кто такие? Неизвестно, но говорят, что они произвели впечатление девушек сомнительного толка. Что еще? Еще официанты заметили, что последнюю неделю в буфете засиживается господин. Он не является постояльцем отеля, берет кофе и сидит с газетой. Седая борода, легкий акцент. Именно. Неужели... Именно. Сегодня он здесь был? Был, но куда и когда он отправился, никто не знает. Он здесь примелькался. Опросите всех служащих, всех до единого. Они должны что-то знать. Непременно. Никто не ускользнет. В управлении встретимся. Да. Я, Эрнест Петрович. А, Анна, вы что-то забыли? Можно я войду и все объясню? Да, конечно. Прошу. Вы не могли бы оставить меня одну здесь? Простите, я... Если бы мне удалось сосредоточиться, и я бы могла увидеть здесь что-то, ну, то, что могло бы помочь следствию. Я не очень понимаю. Вы ничего обо мне не слышали. Что я должен был услышать? Вызвали. Где вы были 2 часа назад? Франт дежурит у дома Разумовского. А я сидел напротив гостиницы. Туда вошел Жан. То есть он вошел внутрь, а вы так и остались сидеть напротив? Точно так. Он уже хорошо меня знает. А там гостиница. Где скроешься? Вот я и не стал заходить. Он там каждый день кофе пьет. Кофе пьет. Вы знаете, что в этой гостинице 2 часа назад была убита горничная? Нет. Кто это сделал? Не догадываетесь? Неужели? А зачем? Кто такой инженер Буссе? Впервые слышу. Ну вот, теперь вы все знаете. На самом деле? В смысле, такое бывает? Да. Странно, что вы прежде об этом не слышали. Потому что я здесь вроде как местная достопримечательность. То есть, я правильно понимаю, что вы сейчас хотите здесь пообщаться с... Убитый горничный. Да, да, именно так. На месте преступления, да еще и сразу после смерти, дух он охотнее идет на контакт. Странный сегодня день. Ну зачем я вас нанял? Насчет инженера вы никаких указаний не давали. Не давал, потому что я сам не знал о его существовании. Вы должны были мне доложить о нем. Потому что он был объектом француза, а значит, объектом Разумовского. Виноват. Виноват. Француз ходил кофе пить в гостиницу и ни с кем в контакт не вступал, даже с Нежинской. Разумеется, не вступал. Он наблюдал, готовился, а вы прошляпили?
Он вскрыл сейф инженера и убил эту горничную, которая, скорее всего, просто попалась ему под руку. А что это за инженер? А вот это и я бы хотел узнать. Куда ушел француз из гостиницы? Он не выходил. Как не выходил? Не выходил. Черт побери, а почему же вы ушли с поста? Но газета у вас была в правой руке, сигнал следовать за вами. Так я же не знал. Я прошу вас. Столько событий. Время уходит, и четверть часа, не больше. Я пойду вниз. Да. Вы потом... Да, я закрою и спущусь к вам. Вниз. Ладно. Так и не узнали, где обитает этот француз? У князя. Иногда пропадает на несколько дней, потом вновь появляется. Значит, у князя его и ждите. Берите его и везите сюда. Сюда? Держите его здесь, а я уже выясню, что с ним делать. Понял. А полиция? Я полиция. Скажи-ка, любезный, ты знаешь эту барышню? Анну Викторовну? А то как же. У нас в управлении ее все знают. Она что же, в полиции служит? Да не, что барышня в полиции служит. Она так иногда по дружбе заходит. Бывало, на посту дежурю, она: Егор Степанович, доброе утро. А сама улыбается. А правда, что она? С мертвыми разговаривает. Да. Это да. Она у нас такая необыкновенная. Да вы не бойтесь. Она же не ведьма какая-нибудь. Угу. Просто она такая. Благодарю. Не за что. Что случилось с тобой? Дай хотя бы один знак. Водки и горячий. Коробейников. Да. Берите городовых, осмотрите всю гостиницу. Обыщите все подсобные помещения, сверху донизу. Да, понял. Что искать? Француза, конечно. Хорошо. И будьте осторожны. За мной. Господин инженер, а почему вы не в номере? Я? Даже не знаю. Сейф сломан, вот сижу здесь, с портфелем. Так ведь я поставил городового дежурить возле вашего номера. Да. Но все же здесь мне спокойнее. Сдайте документы в штаб гарнизона. Я хотел с ними поработать. А вам не знакома госпожа Нежинская? Знакома. Нина Аркадьевна живет в этой гостинице. В номер к себе идите с вашим портфелем. Я имею право пообедать! Кто там? Штольман. Якоб? Одну минуту. Я еще в постели. Простите, что беспокою, но дело срочное. Я только накину халат и приведу себя в порядок. Мы что, так и будем через дверь объясняться? А что случилось? Одну минуту.
Давайте я. Поздно легла. А ведь вы давно уже проснулись. А что случилось? Горничную убили. В номере инженера Буссе. Какой ужас. Давно? 2,5 часа назад. Вероятно, этот инженер, он производил впечатление такого безобидного малого. А инженер здесь ни при чем. Как давно вы видели своего знакомого, месье Жанна? Жанна Ламбер, из первого секретаря посольства или Жанна Кретьяна, ювелир из Петербурга, Жанна... Подручного князя Разумовского. Даже не припомню. Я знаю, вы встречались с ним неделю назад. А после? Ты за этим меня разбудил? На вопросы отвечайте, это полицейское расследование. Я уже ответила. Я могла его видеть у князя, но я не вспоминаю слуг. Он каждый день сидел здесь, в гостиничном буфете. Ну, надо же. Ну, как я уже сказала, у меня короткая память на слуг. А что? Яков. А в чем дело? Это обыск? По какому праву? Какая пошлость. Ты ведешь себя как ревнивый муж в поисках любовника. Кого ты там надеешься найти? Ты хочешь рыться в моем белье? Изволь. Доставь себе такое удовольствие. И мне заодно. Из города не уезжайте. Я не подумаю. Я только приехала. Честь имею. А я буду жаловаться твоему начальству. А вот это сколько угодно. Петрович, ну что у вас случилось? Нина Аркадьевна, вы уже слышали? Слышала. Горничная погибла. Больше ничего не знаю. Я сам ничего не знаю. Полиция расследует. А... Прошу вас, отобедайте со мной. С удовольствием. Ну как же вы теперь? Съедете? Ну куда же я съеду? На постоялый двор? Единственная приличная гостиница в этом городе. Разве это не ужасно жить в номере, где кого-то убили? Как вы правы, Нина Аркадьевна. Но что поделать? В гостинице нет свободных номеров. А этот единственный, где есть сейф. Надеюсь, его починят. Вы мужественный человек. Ну что? Я просто исполняю свой долг. А знаете что? У меня есть идея. Вы поселитесь у моего доброго друга, князя Разумовского. Князя? Не знаю, я... Нет, нет, я не думаю, что князь мечтает поселить у себя заезжего инженера. Что вы, это благороднейший человек. Его без сомнения тронет ваша история, и он с удовольствием примет вас у себя. Уж я похлопочу. Ну, это как-то право, не знаю. Нет, я вам верю, но все-таки... Князь входит в положение простого инженера. Предоставьте это мне. У князя огромный дом. Вы там будете в комфорте и в безопасности. Право не знаю, Нина Аркадьевна. Ждите меня в номере. Я все устрою. Нина Аркадьевна. Да? У меня к вам один вопрос. Вы знаете мою переводчицу? Да. Я ее знаю. А вы знаете, что про нее говорят?
Да. А что? Просто она сейчас в моем номере разговаривает с мертвой. Не обращайте внимания. У нее есть такая странность. Ждите меня в номере. Я все устрою. Я знаю, чем вы занимались в номере инженера. Это не ваше дело. Ошибаетесь. Скажите, а где я могу найти следователя Штольмана? Полагаю, он на втором этаже. Спасибо. Загляните в каждый номер. И смотрите в оба, он может быть вооружен. Живее, 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 братцы. Яков Платоныч. Вы все еще здесь? Убийца был в черном сюртуке и коричневых перчатках. Мне это сказал один свидетель. В общем, не очень надежный. Я услышал вас. Иногда ненадежные свидетели бывают полезны. Спасибо. Ну, я не буду вам мешать. А когда вы всех убийц переловите, может быть, мы просто с вами в парке прогуляемся? Конечно, разумеется. Право, мне как-то неловко. Оставьте. Я всегда рад новым людям, новым интересным знакомствам. С Анной Викторовной я не попрощался. Едем. Князь ждет. Все-таки интересно, что она там увидела. Вы не понимаете всерьез ее фантазии. Простите, сударыня, я должен проверить. В чем дело? Прощения просим. Приказ такой. Это неслыханно, там мои вещи. Можете следовать. Благодарю. Яков Платоныч. Да понял я уже. 2 часа роем. С ног сбились. Схоронился лучше, чем блоха. Отзывайте городовых. Прекращаем обыск. Всем передайте. Наш-то инженер мало того, что девушек вызывал, так еще и горничным непристойное предложение сделал. В том числе и погибшей. Что еще? Городовой Синельников доложил, что инженер сдал ключ и сказал, что переезжает. С ним была госпожа Нежинская. Dans chaque malheur cherche la femme. Это уж слишком. Поехали. Ведь что такое русский инженер? Отрыжка. Прошу прощения за прямоту. Но отрыжка мирового технического прогресса. Мы построили фабрики, железные дороги, но мы все время догоняем. Сначала они там что-то, а потом уж только мы. Впрочем, наверное, все это неинтересно, да, Нина Аркадьевна? А чего же? Это очень интересно. Приятно, что у нас есть еще неравнодушные люди, способные делать дело. Вы редкий человек, Эрнест Петрович.
За вас. За вас. Ну что, я протестую. Ну, три раза за меня. За вас. Положите его хотя бы туда. Не могу. Простите. Уверяю вас, что в моем доме ничто не угрожает государственным тайнам. Я не сомневаюсь. Просто порядок и инструкции. О, похвально. Впрочем, у меня есть тост. Ваше сиятельство, я горжусь знакомством с вами. Вы представитель той части русской интеллигенции, ее цвет. Вы дали кров простому труженику, и я с благодарностью принимаю. За вас. Благодарю. Какой милый, симпатичный молодой человек. За вас, князь. Нина Аркадьевна, а может быть, вам отдохнуть? Ваша комната готова? Пожалуй, пожалуй. А потом работать. Непременно работать. Сейчас вас проводят, и чувствуйте себя как дома. Благодарю. На пасашок? С удовольствием. Благодарю. Ваше здоровье. Ваше, Нина Аркадьевна. Ваше сиятельство, там полиция? Прошу прощения, господа. Что это значит? У меня к вам есть несколько вопросов. Вы прежде ответьте, почему вы врываетесь в мой дом без приглашения? Поверьте, есть у меня на то особые причины. Позвольте узнать, какие причины? Есть сведения, что в вашем доме скрывается преступник, подозреваемый в убийстве. Вы, наверное, шутите. Какой преступник здесь? Нина Аркадьевна или господин инженер? Может быть, я? Некто Жан. Лет 50, крепкого телосложения, короткая седая борода. Неоднократно его видели входящим в ваш дом. У меня служит человек, соответствующий описанию, но он не преступник. Он преподает мне фехтование. И где он? Пригласи месье Жана. Позвольте узнать, а вы что здесь делаете? Господин Буссе, мой гость, в отличие от вас. Князь любезно предложил мне остановиться у него. Вы меня звали, сударь? Как вас зовут? Жан Лассаль. Где вы были сегодня с 12 до 2 часов дня? Я прогуливался, потом зашел выпить кофе в гостиницу, вернулся домой. А здесь? Здесь что вы делаете, в этом доме? Тренирую его сиятельство в фехтовании. А в чем, собственно, дело? Я сам не понимаю. Эти господа из полиции. Вы обвиняетесь в убийстве, и мы вас задерживаем. Только давайте без глупостей. Вы тоже собираетесь, поедете с нами. Зачем? К вам тоже есть вопросы. Вы портфель крепче держите. Я сообщу об этом произволе обер-полицмейстеру. Это неслыханная дерзость! Ваше право. Ты смешон, господин Штольман. А свои вещи вы привезли для того, чтобы князь дал указание раздать их бедным?
Да-да, я же совсем забыл, ваше сиятельство славится своей благотворительностью. Честь имею. Господин Штольман. Штольман, объясните, за что меня и куда? Вас отвезут в гостиницу. Отдохните там в своем номере под охраной городового. Езжай. Я не могу там находиться. До завтра потерпите, я что-то решу с вашим поселением. А главное, держитесь подальше от князя и госпожи Нежинской. Нет, почему же? Есть на то причины. Но это военная тайна. Свидетели видели вас сегодня в гостинице. Я этого не отрицаю. Видели, как вы входили в номер к инженеру. Меня никто не мог видеть. Потому что ни в какой номер я не входил. Я посетил буфет и ушел. Из гостиницы вы не выходили. То есть как? Да вот просто. За вами наблюдали. Вы действительно вошли в гостиницу, но обратно не выходили. Убийство горничной ваших рук дело. Какой еще горничной? Господин Лассаль, мы ведь давно знакомы. Извините, не имел чести. Нам известны все ваши подвиги здесь, в Затонске. От вашей руки погиб учитель математики, а также господин Мораль. Дежурный, в камеру его. У вас их нет. О чем это вы? О доказательствах. Каков? Но ведь это он! Разумеется, Иван. Только вот что удивительно, после всех его подвигов здесь, в Затонске, у нас нет ни одной улики, ни одного свидетеля. Одна лишь наша уверенность. Завтра придется его отпускать. Надежда на вас, Виктор Иванович. Это же ваш город. Ну, нельзя позволять такого рода безобразия. Благодарю вас, князь. Я постараюсь оправдать ваше доверие. Нина Аркадьевна. Пожалуйста. Делать с этим инженером. Времени же совсем не осталось. У нас еще целая ночь впереди. А толку-то что? Я знаю, что делать. У тебя был князь Разумовский. Ну да. И с ним Нежинская. Знаешь, князь предложил мне стать его адвокатом. Похоже, твой Штольман на этот раз перегнул палку. Ворвался сегодня в дом князя. Арестовал его учителя фехтования. За что? Ни много ни мало по подозрению в убийстве. Вот завтра пойду разбираться. Как это все грустно. Спокойной ночи.
Анна Викторовна. А господин Бусы у себя? Так точно. Что тут у вас? Да вот, на краже с поличным попалась. Смотрите, в измерениях не ошибитесь. Такое лицо не часто встретишь. Что же вы украли, прекрасная незнакомка? Кошелек, ваше благородие. Модистка из ателье. Пока примерку клиентки делала, кошелек и припрятала. Что, на наряда не хватает? Бес попутал. Доброе утро, Яков Платоныч. Я к вам по делу. Прошу. Проходите, Виктор Иванович. Яков Платоныч, у вас сидит мой клиент. Это кто же? Жан Лассаль. Князь Разумовский вчера вечером предложил мне стать его поверенным, и я здесь по делу об аресте его человека. Присаживайтесь. Ну, а стоит ли, Яков Платоныч? Но мы ведь с вами оба знаем, что никаких доказательств вины моего клиента не существует. А откуда вам это известно? Тогда предъявите. Будьте любезны. Предъявить мне действительно нечего. Но я не был бы так категоричен в отношении его невиновности. Яков Платоныч, мое дело адвокатское. Так что либо обвинение, либо выпускайте. Делать нечего. Забирайте своего клиента. Ваше высокоблагородие! Да. Убийство в гостинице! Инженер? Так точно.